Максюш, вставай. Ну, давай, давай, давай. Пошли. Пошли. Будешь? Пап. Пап, как хорошо, что ты пришел. Ну. Мне надо так о многом с тобой поговорить. Слушай, а сколько мы с тобой не виделись? Лет? Лет пять. Ну да. Ну да, с тех пор, как я коньки отбросил. Пап, что-то мне плохо совсем. Ну да, что-то живу не так, дружу не с теми. Кино снимаешь, другое кино хотел снимать, я снимаю. Не знаю, что делать. Снимать? Что? Штаны. И бегать. Макс, ну, это же юмор. Я забыл. Ты же дурак. Ну да. Я в 35 лет отключил мозг волевым решением. И как гора с плеч. Попробуй. Не, у меня не получится. Ну... И потом ты прости, но... Что там отключать-то было? А ты вспомни, папа, между прочим, закончил спецшколу с золотой медалью. Мандельштам, любимый, наизусть всего, а? Куда это все делось? Да. 82-й год, безнадега. На работе по голове дали. А из завлаборатории сняли. Ну и включился адаптивный механизм. Что включилось? Смотри. В процессе эволюции вышли на сушу. Жабры атрофировались в связи с ненадобностью. У меня мозг атрофировался, и понадобился он мне только в 65, когда инсульт меня саданул насмерть. Как говорится, это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть и видеть сны. Ну-ка, откуда это? От верблюда. Ну, сынок. Не, пап, подожди, это же Гамлет, Смоктуновский. Ты нет, 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 нет! От верблюда. Ну, папа это знает, Макс. Ты странный какой-то, честно. Пап. Ин, я, по-моему, фильм придумал. Короче, давай. Я в папином доме. Давай быстро. Ко мне, как сможешь. И это, что-нибудь пожрать, захвати какой-нибудь бутерброд. Дом с зеркалом. Здорово. Как ты? Ой, не спрашивай. Ну, не буду. Вот, тогда. Люблю я это. Привет, это мой новый номер. И все. Что это? Это Паша Деревянко. Ага, ты откуда знаешь? У него раз в 3 месяца меняется телефон. Сейчас я покажу, как он у меня записан. Так.
Деревянка Павел, деревянка Паша, деревянка Паша настоящий, деревянка новый, деревянка новейший, деревянка сверхновый, смотри, деревянка запрещенный есть. Все это будет тогда деревянка реабилитированный. Да. О, и мне пришло. Да? Точно Паша. Галь, привет. Здрасте. Мужики, хоть бы один помог. Галь, ты чё ж сама, давай сюда. Ой, да ладно, Володь, я справлюсь. Слушай, ну тяжело ведь, давай, раз и да всё. Да я её от самого дома тащу, мне тут что осталось? Ты беги, там уже начинается. Борис Иванович, а водки немало? Не, водка есть. Просто если сразу всё выставить, то сразу всё и выпьют. А так мы её потихонечку, холодненькую. Что вы делаете? Начнут открывать, обязательно уронят, разобьют, порежутся. А так уже открыт. Борис Томович, они все равно разобьют, порежутся. Ну, это да, мне так спокойнее. Понятно. Это просто капец. Симагин с женой приперся. И чё? Как чё, Алинка? Ждала, готовилась, а этот козёл пришёл с женой. Садись. А чё, типа она не знала, да, что у него жена? Ну, знала и чего. Жена и жена. С ней чё, теперь везде ходить надо? Сейчас Алинка придёт, там такое начнётся. Ну, к сцене допрос, он же хорошенький. Там такая сцена приводит Гринёва, и он её спрашивает, не сын ли вы Петра Андреевича Гринёва? Андрей Петрович. Да, Андрей Петрович. Ну вот, понимаете, он ее смотрит и говорит, не сын ли вы Андрея Петровича Гримера? Здравствуйте. Мы вообще легли просто, легли. Алина такая красивая девочка, талантливая, и вот этот вот пельмень вызовет. Смотри, как шампусик заходит. Вроде дешевое говенное пойло, а здесь как-то правильно. И правильно, что вот в этих стаканчиках. А поставь здесь этот розовый майотик в хрустальных бокалах. И все, это уже не то. Какой еще розовый майотик? Ой, Свет, налить тебе вот этой фигни? Нет, я водки дождусь. Мне ведь не денег жалко. Ну, ведь, ну правда. Олег. Хотя бы, ну, 6 миллионов, Олег, это тоже... Олег, ну, правда, ну, хорош. Хорош, ну, ты вспомни. Ты отбегла мужика, она собиралась замуж. Да, да. Потом, сука, 10 лет. 10 лет. 10. Ждала, пока ты разведешься, не дождалась. И до сих пор тебя любит за что-то. Ну, знаешь... Ты сам с ней расстался и купил ей небольшую квартиру. Нормальную. Ну, небольшую. Нормальную небольшую квартиру. Ты молодец, получай от этого удовольствие. Поступил по-мужски. Спасибо. Давай, будь здоров. Давай. Расслабляйся. За проделанную работу. Ага. Гришенька. Ну как же так? Ну, мы все уже собрались, сейчас начнется, а вы здесь. Ну, давайте. Да мне что-то как-то совсем. Ну, я вас прекрасно понимаю, но вы потерпите. Да я терплю. Ну, и правильно. Ну, когда-нибудь уже будет хорошо. Вы знаете, я, как ни странно, размышлял по этому поводу. Может, в этом и проблема? Все считают, что должно быть хорошо. А оно не должно. Оно никому ничего не должно. Но хочется же. Ну, слушайте, ну, конечно, хочется. Но хочется и должно разные вещи. И какой вывод? Например, такой. Не ждите, что будет хорошо и станет как-то полегче. Даже если ничего не изменится. Может, вообще все завтра закончится, поэтому... Так, может, это и есть хорошо. Завтра все закончится. Гришенька, дорогой мой, ну что же вам все кажется, что должно быть хорошо? Ну, было же. Так это вы счастливый человек. У вас было. У многих даже и близко ничего подобного. Давайте. Ну, пойдем. Ну, Гри... Ну, что, ну вот видите, вот вы головой ударились. Вот я все-таки не понимаю, как Юра ко мне относится. Ну, ты как думаешь, у нас с ним надолго? Нашла кого спросить. Я с проекта на проект перехожу, в 7 встала, в 11 дома и один выходной. Но в него я сплю. У меня последний раз личная жизнь была в Минске 1,5 года назад.
Такой мудак оказался. Угу. Не-не, Игорь, сегодня не могу. У меня шапка. Да, прямо сейчас будем смотреть колбасу. Угу. У нас колбаса на шапке. Ты все равно не поймешь. Завтра звони. Ага. Давай, пока. Как вам фразу «у нас колбаса на шапке»? Поясняю, колбаса – это черновой монтаж фильма, шапка – это банкет для съемочной группы по окончанию съемок. Что непонятного? Янчик, иди поешь, что ты все время бук-бук-бук-бук-бук-бук. Иди. Кирюш, а? Слушай, я что подумал? Да. А, у меня же генеральная доверенность. Ну смотри, я же сам оформлением занимался. М? И что? Не, ничего. Ты что, охренел? Чё? Ты хочешь забрать у него квартиру? Нет, ну подожди, ну как ты мог подумать? А зачем ты так сказал? Ну, просто есть такая возможность. Нет. Чего нет? Олег, такой возможности нет. Молодец. Да, я сейчас быстро туда-сюда. Точно сказал. Нет. Нет, ты ее нет. Но она же есть. Ин, подожди, не говори ничего, я тебя не слышу, Ин, тут плохая связь, я скоро буду, все, жди меня, скоро буду, Ин, не слышу тебя, пока. Надо поменять местами сцену, где он встречает девочку, и сцену, где он ссорится с бюстом Гагарина. Нет, там у мамы тогда не склеится по ее линии. Не надо менять местами, все оставить там. Понимаешь, я просто ночевал в этом доме, там, я не знаю, впервые лет за 5. Вот, я ночью просыпаюсь, один, пустой дом, и я так свет не включаю в полудреме, бреду в туалет по коридору. И вдруг, как будто кто-то мне так руки на плечи кладет и ведет меня вот прям вот здесь ведет. А меня так отец в детстве ночью будил и вел в туалет. Я не просыпался, он мне в затылок дышит, мне так хорошо. Понимаешь, и у меня сразу мысль. Не надо им говорить, что он умер, а то он расстроится. Я такой, опа, это идея. В чем идея? Фильм и идея, Ин, понимаешь? Фильм и идея в том, что вот главный герой у него... Там кризис какой-то, да, он уходит из семьи. Вот он приезжает вот в такой вот примерно дом, понимаешь, и не может заснуть в этом доме. И дом просыпается вместе с ним. Вау. Понимаешь, начинают появляться какие-то люди. Все, кто жил в этом доме, бывал здесь. Не знаю, какие-то друзья, какие знакомые, люди? Родственники, не знаю кто, которые на него повлияли как-то. Понимаешь, может быть... А, может быть, даже появляются те, кого он не знает лично, но это какие-то там известные люди, какие-нибудь известные музыканты, писатели, которые были, ну, какими-то кумирами его. Вот, а может быть, кого-то из них даже нет в живых, а здесь они есть. Вот, понимаешь, да? Uh-huh. Не знаю, вот Муслим Магомаев, например. Почему Муслим Магомаев? Ну, потому что есть какая-то легенда, что где-то его привозил сюда, и он вот здесь вот пел. Или вот, например, этот самый... Юрий Гагарин. Понимаешь, ему всю жизнь говорили, значит, будь как Гагарин, будь как Гагарин, будь как Гагарин. Тут такой Гагарин приходит к нему и говорит, ну что, ты стал таким, как я, а? Понимаешь? Ну, то есть все умершие. Ну, нет, я же говорю, тут есть какие-нибудь там его жены, дети, я не знаю, будущие какие-нибудь внуки, не знаю. Ну, он ходит, там, знакомится с ними со всеми, здоровый, спрашивает, там, вы себя меня таким представляли, а я оправдал ваши ожидания, а я правильно живу, они же уже... А, кстати, он спрашивает у тех, кто уже умер, он спрашивает, а я правильно живу, потому что умершие вроде должны знать, как правильно, просто мысль такая. Вот, понимаешь, да? Ну, то есть это разговор с самим собой. Ну да, 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 да. Потому что он состоит-то весь из них, из этих всех людей. Понимаешь, из их каких-то мыслей, словечек, привычек, каких-то рефлексий и так далее. Поняла. Mm. А что, здесь действительно пел Магомаев? Так.
Давай сначала поедим, пожалуйста. Ну, давай, давай. И, кстати, на веранде потом они могут все в конце собираются за большим столом, сидят и пьют чай. Опа! Максыч! Здорово, дорогой. А ты что сидишь? Грустишь? Да, что-то. Актеры налажали. Анекдот. Только что рассказали. Театр. Идет какой-то спектакль. Вдруг голос из зала. Врач в зале есть? Оп, пауза. Актеры остановились, смотрят в зал. Зрители в недоумении. Я повторяю, врач в зале есть? Мужик какой-то говорит, я врач. Коллега, какую херню мы с вами смотрим? Какую херню мы с вами смотрим? Побежал. Все, Макс, правда будет за нами, я отвечаю. Какую херню мы смотрим? Смешно. Юр? Да-да. Ну, Юр. Ой, очень, знаешь, очень. Сейчас я отвечу и восхищаюсь. Ну, Юра. Ну что, мне график прислали новый, надо ответить. А кто у тебя там хлопушка? А, ты вообще можешь не беспокоиться. Ты некрасивая, пожилая, толстая мужчина. Мужчина? Ну да, не хлопушка, а уже хлопушка. Ну и как зовут этого вашего хлопушка? Надя. Согласен. Редкое мужское имя, да, но ну, что поделать, ну, полное имя Надежды. Ага. Зато ты видишь, что я тебя не обманываю. Ага. Я же мог тебе сказать, там, наврать. Сказать, что его зовут Федя, например. Но зовут его Надя. Ничего с этим не поделаешь. Юр, ну не смешно уже. А чего смеешься тогда? Потому что соскучил. Знакомился с чуваком с одним. Производить мебель, такую причем хорошую, добротную мебель. Вот, он мне рассказывает. Чего? Уйди, а? Почему? Я писаю. Да, пожалуйста, тебя не держу. Он мне рассказывает, что он дом построил, дом собирается обставляться. Я говорю, ну, так у тебя одно к одному, у тебя с мебелью проблем не будет. Ага. А он мне на это говорит, нет, у меня дом будет стоять нормальная мебель. Ага. То есть мебель, которую он производит, у него дома стоять не может. Я подумал, у меня примерно то же самое. Я не хочу, чтобы мои дети смотрели, ну, то, что я снимал. Не потому, что мне... Просто я хочу, чтобы они посмотрели какой-то папин фильм. И что-то из него про папу поняли, что-то узнали. Кир, ты долго. Я тщательный. Слушай, чувак делает среднюю качественную мебель, продает ее. И на заработанные деньги... Чего? Да. На заработанные деньги покупает себе, да, хорошую, дорогую. Ты делаешь вполне качественный сериал. Все понятно, просто он-то бизнесом занимается, а я вроде как искусством. Макс, ну прости, ну вот именно что, вроде как. Это нас с тобой в ВГИКе учили. Искусство, горение, хуё-муё. А мы занялись бизнесом, ну это надо уже признать. Ты просто откуда-то оттуда переживаешь. А живешь и зарабатываешь деньги здесь. А потом, ты же вон снял то, что ты хотел. Ну, идем, посмотрим, что получилось. Идем. Привет. Может, предупредить Алинку? Ты видишь, ее нет. А наверняка ее уже сам предупредил. Вообще не лезь, потом еще крайне окажешься. Почему? Сой, что? Смешно. Ты сейчас все вещи разберешь, разложишь и будешь знать, где что лежит.
А потом уедешь. Смысл жить здесь я буду. А я расскажу твоей домработнице, и она расскажет тебе. О, слушай, точно. Домработница же нужна, да? Да. А у тебя кто убирается? Я. А сколько ты за... А, ну да. Возьми вашу. Не. Вера просила ее не брать, чтобы та не пересказывала ей подробности моей холостяцкой жизни. А потом она еще убирается плохо. Зачем же вы ее держите? Ну, а Вера с ней дружит. Угу. И вся еще за ней переубирает, все немножко убирает. До того, как она придет, потому что неудобно. Человек придет, а у нас не убрано. Я знаешь, что подумал? Я подумал позвать Юру Красовского, чтобы он что-то снял. А сценарий просто Кира с Гришей пишут. Ты хочешь позвать всех, кто у тебя был на дипломе? Ну да. Ну, интересно, что из этого получится. Да. А тебе идея-то сама как? Мне очень понравилось. Да? Да. Ладно. Да, давай выкину. Угу. Спасибо. Ну, другое дело, кто это будет смотреть? Я тебе точно говорю, пройдет. Скорее бы. А то уже какие-то побочные явления начались. Оказывается, когда мне плохо, у меня вкус портится. Ехал в такси, там радио Шансона, что-то такое. Бог тебе судья, догорает свеча. От судьбы не уйди. Ну и там где-то твои друзья. И я понимаю, мне нравится. Твою мать. И не просто нравится, а каждое слово прям в сердце. И все это про меня. А вспомнил, где друзья. В этом мире по-другому. Нет. Так херово у меня никогда не было. И в семь я не буду. Мама, у нас после показа шапка. Ты забыл? Мы мимозы с тобой куда резали? Не поздно. Конечно, проводят, да. Да, мам, до подъезда. Хорошо, мамочка, до двери, да. Мам, ну кто меня изнасилует? Галочка, не теряйте надежды. Кто-нибудь да изнасилует. Главное, в это надо верить. Юр, ну что? Привет всем! О! Привет, 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 привет. Чего? Чего что-то? Ну, как говорится, thank you, thank you, thank you. Thanks God, thanks mom, thanks dog. Так, не очень понимаю, зачем мы все это затеяли, но раз затеяли, как говорится, дуракам полработы не показывают. Собственно, поэтому вам и показываю. Значит, учитывайте, пожалуйста, что черновой монтаж, черновой звук, и идет все это 2 с лишним часа пока. А зато потом банкет. А можно сначала банкет, а потом кино? Юр где? Где-то здесь. Класс. А что он где-то, а не здесь? Специально это делает? Здравствуйте. Ну, полосатый рейс сегодня здесь показывает? Садись, садись. Свет! Мамуля, все. Успокойся и смотри. Максим, скажите, что вас побудило снять этот фильм? Да
Не знаю, честно говоря, много что, я не знаю. Не, вообще жанр интервью такая странная вещь, он предполагает, что я типа знаю ответы на какие-то вопросы, а это не так. Да много что побудило. Я недавно вот, например, прочитал там в каком-то глянцевом говноиздании, прочитал, что значит, там у них рубрика развлечения, и кто из звезд что сделал на этой неделе. Там Филипп Киркоров выпустил новый альбом, там Тимати поехал в гастрольный тур, или наоборот, я не помню, там Ника Сафронов что-то там тоже сделал. Вот, и там дальше потом Владимир Меньшов умер в этой же самой рубрике. Я думаю, они охренели, что ли, вообще? Вот, а потом подумал, что, ну, не придерешься, но действительно, что он сделал на этой неделе? Умер. Вот, и я думаю, ну, я, наверное, тоже рано или поздно в эту рубрику попаду. Вот. Но только у Меньшова там, типа, Оскар, Любовь и голуби, ну, много всего разного. Ну, думаю, надо что-то сделать, чтобы о чем написать в говноиздании. Ну, как так?